Традиционный праздник, день рождения нашего древнего Углича. Нам исполнилось 1066 лет, и старые города, как старое вино, с возрастом только хорошеют и молодеют. Лишь только 10 городов могут назвать возраст более 1000 лет в России, и мы входим в эту десятку. Наш город становится с каждым годом моложе. Он молодеет, потому что мы его любим и украшаем, и благоустраиваем, как можем. В этом году особенно нам удалось украсить наш город площадь, Ростовскую улицу, Каменский ручей, мост и многое другое. Вы бы видели, дорогие угличане, с каким энтузиазмом, с каким желанием трудились наши строители, реставраторы, трудились наши коммунальные службы для того, чтобы город стал таким, каким мы его видим. Конечно, очень много еще предстоит сделать, но, наконец, мы начали реставрировать и здание дома Евреинова, где находится администрация. Я думаю, что за 2 года это здание тоже приобретет свой благопристойный вид. Дорогие угличане, мы с вами работаем неплохо, потому что видим, что город растет и развивается. Вовремя выплачиваем зарплату, вовремя выплачиваются все другие пособия. Благоустраиваем школы, больницы, учреждения культуры. Много строим и с каждым годом делаем этого больше. Поэтому спасибо вам, дорогие, за ваш труд. За ваш труд, за вашу любовь к родному городу. И от всей души я желаю вам не только в этот день хорошего настроения, я вам желаю большого оптимизма. Я знаю, что если мы будем вместе, если мы будем консолидированы, у нас с вами все получится. Будьте здоровы, будьте счастливы, всем нам мирного неба над головой. Я вас люблю. Дорогие земляки, дорогие угличане, я хочу искренне поздравить вас с вашим праздником. Это действительно ваш праздник. Если праздник Санкт-Петербурга устраивала вся страна, то свой день города вы проводите за счет своего ума, таланта и любви к городу. Вы понимаете, как нужно жить сегодня, как воспринимать экономику, как искать те резервы и ресурсы, которые дает нам новый образ жизни. И в Угличе все это получается. Получается у главы округа, получается у депутатов,
Получается, у жителей, которые понимают и содействуют тем планам, которые намечает администрация. И в этом союзе у вас есть настоящее, у вас есть хорошая перспектива. И я думаю, что вы должны также продолжать любить свой город и делать те дела, которые есть в планах администрации, в планах ваших депутатов. Поэтому с праздником, мои дорогие земляки, всего вам доброго. Добрый день, уважаемые угличане и гости вашего прекрасного города. Очень приятно приезжать всегда в ваш город и отмечать, как вы хорошо продвигаетесь и процветаете, как вы много трудитесь для того, чтобы ваши жители жили лучше. От имени мэра города и от имени жителей города Ярославля я поздравляю вас с прекрасным праздником, с днем рождения. Наш город Ярославль готовится к тысячелетию. Я приглашаю вас к сотрудничеству по подготовке этого замечательного праздника. Так что, Леонора Михайловна, скоро мы тоже отпразднуем тысячелетие и будем входить 11-й, надеюсь, мы будем. Да? Поэтому мира вам, добра, счастья, всего самого доброго, благополучия и, конечно, много-много улыбок и праздничного настроения. С праздником, уважаемые угличане! Sehr verehrte liebe Frau Scherebekiwa, sehr geehrter Herr Lisitsin, liebe Freunde in Uglit. Глубоко уважаемая госпожа Шереметьева, господин Лисицин и глубоко уважаемые друзья, город Углич. Небольшая делегация из города побратима Углича Эдштайна в Германии очень рада принять участие в сегодняшнем дне города. Я знаю этот город уже более 11 лет, и я принимал участие во многих праздниках города. И сегодня я вижу, как изменился этот город. Я видел, как много здесь было проведено работы подготовительной, появились новые улицы, новые тротуары, открылась новая гостиница. И отсюда можно видеть новый блеск сияния куполов церквей города. Когда-то в XI веке известный путешественник сказал о Киеве, тогдашнем важнейшем городе Руси, «Посмотрите на город, который сверкает». Сегодня то же самое можно сказать об Угличе. Я восхищаюсь той работой, которую вы провели здесь под руководством вашего мэра, госпожи Шереметьевой. И я всех вас поздравляю с этим большим праздником, с Днем города. За особые заслуги в социально-экономическом развитии Угличского муниципального округа присваивается звание «Почетный гражданин Угличского муниципального округа» Андреяшеву Евгению Иосифовичу, директору государственного унитарного предприятия «Экспериментальный машиностроительный завод» Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия города Углича. Удостоверение и ленту почетного гражданина вручает глава Угличского муниципального округа Элеонора Михайловна Шереметьева. Аплодисменты, дорогие друзья! Раз в год в нашем городе появляются новые почетные граждане, люди, которые внесли неоценимый вклад в развитие нашего славного города. Оставайтесь на сцене, оставайтесь на сцене. Дмитриевне Колобовой. Елена Дмитриевна, проходите, проходите, вас знает город. Вас, конечно же, знает и млад, и стар в нашем городе, и вы заслужили аплодисменты, дорогие друзья. Бурные аплодисменты заслужил этот великолепный человек. Звание почетного гражданина Угличского муниципального округа присваивается Галине Александровне Шаровой, главе администрации Заозерской волости. Памятную ленту и подарок вручает глава Угличского муниципального округа Элеонора Михайловна Шереметьева. Пока цветы были Елене Дмитриевне, Галина Александровна уже здесь. Вот они, дорогие друзья, новые почетные граждане нашего славного города.
Евгений Иосифович, уважаемая Елена Дмитриевна и уважаемая Галина Александровна, эти аплодисменты, это просто шквал аплодисментов в День города, он вам за ваши дела, за ваши заслуги, за вашу славную жизнь. Спасибо вам! Отведайте, пожалуйста, подходите. Дорогие угличане и гости, действительно, это торжественный момент. Мы открываем гостиный двор, давно желанный, давно строящийся. Если сказать, что у этого двора история более 15 лет, то, конечно, это ничего не сказать. Вообще, на этом месте были так называемые мучные ряды. И это было торговые помещения купцов, которые презентовали здесь свои товары. И угличанам предлагалось все новое, что было в Угличе. В советское время они разрушались медленно, но верно. И фирма «Эксбуд» польская начала их восстановление. Но, к сожалению, все быстро изменилось. Валюта польская стала, что называется, не в ходу. И мы, угличане, долгое-долгое время созерцали вот эту унылую картину, которые, значит, наблюдали без крыши, без окон это здание. И 7 лет тому назад мы решили быть гостиному двору и стали искать инвесторов. И инвестор у нас появился молодой, красивый и денежный. Дамы и господа, День города – это прекрасный повод сказать теплые слова Угличу, руководству города, руководству области Ярославской, которая сделала этот праздник. И для тех людей, которые приезжают сюда не очень часто, это видно, как город расцветает, как лебедь в народной сказке. Надо сказать, что справедливости ради, что если бы не Элеонора Михайловна, то это, конечно, процесс так быстро не пошел. Поэтому, конечно, основной мотор, основной двигатель и основной именинник сегодня Элеонора Михайловна и вся ее команда. Ну, а построить это одно, теперь очень важно, чтобы эксплуатировалось это все так, чтобы соответствовало прекрасному имиджу города Углича и Ярославской области, чтобы было не стыдно за тот сервис, который здесь будет. Я думаю, что все здесь присутствующие будут гостями и всегда желанными в этом комплексе. И дай Бог, чтобы все это процветало на благо Ярославской земли и города. Спасибо вам большое, с праздником! И стали мы строить это здание. Начальником или директором строительства у нас был Вячеслав Васильевич Митин, который очень тщательно наблюдал процесс строительства и все ссорился и ссорился со строителями. Но самое главное, он заложил тот базис и сделал самую трудную часть, которая позволила нам за короткий срок, буквально за 6 месяцев оставшихся, ввести в эксплуатацию. Дорогой отец Сергий, уважаемые гости Углича, уважаемые земляки угличане, позвольте поздравить вас даже не с сугубым, а с тройным праздником. У нас сегодня открытие выставки отца Сергия. Это всегда праздник для художника, для почитателей его таланта. У нас сегодня День города, традиционный. И сегодня еще День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Большой церковный праздник. И, наверное, это придает
тому событию, в котором мы с вами сейчас участвуем, особую духовную значимость. Но я хочу сказать, что эта выставка замечательна еще и тем, что она как бы завершает великолепное шествие выставки «Работа отца Сергия Симакова», двухлетнее шествие по городам России и Белоруссии, которые организовали, провели наши ярославские коллеги, сотрудники Ярославского художественного музея. Дорогие друзья, действительно у нас красивое сегодня событие. И день-то города очень красивый. А главным украшением этого дня города является, конечно, открытие выставки отца Сергия, Сергея Симакова. Эта выставка в большем объеме только что экспонировалась в Москве, в Манеже, это центральный выставочный зал России. Она имела очень большой успех, и многие здесь присутствовали на том открытии выставки. В перспективе эта выставка плавно перейдет в создание музея под благодатным покровом. Это будет впервые религиозный светский музей. Я уже говорила угличанам, что у нас задача соединить религиозное воззрение и светское единое целое, потому что только вечные ценности, только вечные истины способны действительно возродить Россию. И вот мы сделаем тот музей, когда картины Сергея Симакова будут ключевым звеном в этом музее. Его выставка от становления христианства в России, становления православия в России, от свержения Перуна до наших дней, это очень и очень интересно. И одновременно в этом музее будет религиозное направление, это для молодежи, это минимум религиозных знаний, а уже для людей, которые интересуются религией как историей культуры человечества, там будут уже действительно подаваться серьезные материалы, и думаю, что этот музей будет очень посещаем. Для того, чтобы просто не утомлять всех присутствующих, я хочу сказать, что это большое событие, но еще гораздо большее событие предстоит, когда мы откроем этот музей. Эту задачу поставил перед нами отец Сергий. Отец Сергий, мы обязательно ее выполним. Знаете, мне на память пришел один факт. У меня есть в Москве очень старый друг, военный историк Мигалюк. Я с ним очень часто общаюсь, и вот у него фраза, какие-то фразы, когда проводим, у него тост, он такой, всегда произносит тост за православную Россию 13-го года. Почему 13-го года? Наверное, мы понимаем, потому что это весь расцвет Российской империи как раз падал в этот год, золотой рубль, экономика и все, что связано с православной духовностью. Так вот, картины отца Сергия сегодня напоминают нам, дают возможность восполнить тот почти 80-летний пробел, когда нас отлучали от православия, когда нас заставляли забыть эти духовные ценности. И вот то, что мы видим в картинах, то, что мы должны понять по-новому, наверное, является главной задачей всего нашего российского общества. Почему-то сегодня стали стесняться утверждать истинное российское православие, истинные ценности российской православной духовной миссии. Для нас, россиян, православие всегда было основной религией. Да, мы воспринимаем и нормально относимся к тем конфессиям, которые работают руководством с нашей православной церковью. Но мы все равно должны всегда знать, что мы русские люди. И для нас главная религия, главная духовность связана именно с православием, с православной русской церковью. Поэтому мы благодарны отцу Сергию, что он нам помогает восполнить вот тот пробел, то, что мы забыли. То, что мы должны восполнить своей душе. Спасибо, отец Сергий. А музей вам будет. Я просто для всех присутствующих хочу сказать. Храму Михаила Архангела не было дороги. И отец Сергий на мосту ГЭСовском обратился к Анатолию Ивановичу с этой просьбой. И что вы думаете, в течение месяца дорога уже была. Спасибо, Анатолий Иванович. Мы всегда рады, когда столица нашей Родины, бывает, отвергает некоторых своих жителей, и они переселяются, как царевич Дмитрий в свое время, отец Сергий в последнее время.
Мы радуемся тому, что настоящие русские люди есть, они живы, и они утверждают и православие, и русский дух в народе, в нашей среде. И сегодня мы смотрим картины отца Сергия, а человек, который не знаком бывает часто с церковной иконописью, зайдет и скажет, а может быть это и иконы. Это может быть еще не икона, но уже и не буквально картина в том смысле, в котором мы привыкли все это воспринимать. Отец Сергий, дай Бог помощи Божией, чтобы вы никогда не забывали ту землю, в которой сегодня вас Господь определил служить, и что благодаря вам очень еще много-много людей найдет дорогу к Богу, дорогу к храму, найдет себя в этой жизни. Помощи Божией, милости Божией в ваших трудах, и пусть всегда будет благословение Божие, пребывает он под спасаемым градом Углича. Спасибо. Мэра города Ярославля, Сопотова Людмила Ивановна, пожалуйста. Спасибо огромное. Добрый день, уважаемые угличане. Я сегодня от всего сердца радуюсь вместе с вами, что вы имеете такую возможность любоваться сегодня творчеством этого прекрасного человека. Низкий вам поклон за ваши труды и ваши мои скромные цветы. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы все помогали тому, чтобы вот сегодня здесь в Угличе можно было смотреть мои картины. Их спасали в гаражах московских от потопа, от разрушений разных, от того, что они находились в разных местах, и работники Угличского музея совершили когда-то лет 15 назад подвиг, взяв на себя вот такую ношу, большое количество работ и в плохом состоянии находящихся. И потом возили по стране их, и работники Ярославского музея помогали нам. А сейчас у меня заботы, кроме картин, еще и церковные. И поэтому я бесконечно благодарен всем, кого я не могу, в общем, перечислить, потому что этих людей бесчисленное множество, начиная с Анатолия Ивановича и Леоноры Михайловны, и вот нашего Угличского ДСУ, которые, в общем, беспрерывно и беспрестанно помогают нашему храму. И то, что там, в этих болотах, сейчас возрождается, в общем, в конечном-то счете, наверное, монастырская обитель, то в этом заслуга огромного числа людей. И в этом соборность нашей церкви, и вот в этом нашем соединении, в этом нашем молитвенном предстоянии, в общем, мы и победим с Богом и выдержим все испытания и одолеем все смуты и беды. Я надеюсь на это и верю в это бесконечно. Спаси и сохрани вас Господь за все. Yeah.
Громче! Всегда ваши. Чай вдвоем. Спасибо. Мы вас любим. Спасибо. С праздником. Спасибо, Углич. Бурные аплодисменты. Дорогие угличане, с праздником вас. Праздником нашим 1066 лет нам исполнилось. Мы старые и очень молодые. Будьте здоровы, будьте счастливы. Мирного неба всем нам. Ура! Спасибо! Только ты одна.